В мезозойскую эпоху, когда климат на планете был жарким, а землей правили динозавры, Северный полюс оставался безжизненным и холодным местом. Каждый год на этот регион спускался кромешный мрак, длящийся месяцами, и считалось, что теплолюбивые рептилии обходили эти неприветливые земли стороной. Считалось до недавних пор. Но открытие последних лет говорит об обратном. Заполярные широты были заселены динозаврами, и некоторые из них были свирепыми хищниками, вполне способными конкурировать своей смертоносности с самим тиранозавром. К окончанию мелового периода около 70 миллионов лет назад континенты Земли заняли почти привычное нам положение. И такие регионы, как северо-западная оконечность американского континента или же полуостров Чукотка, находились примерно там же, где и сегодня, на границе Северного полярного круга. Сейчас Заполярье – суровый край, слабо заселенный животными. Зимы здесь долгие и суровые, зачастую температура падает ниже отметки в минус 50 градусов. Но в мезозойскую эпоху климат в этих широтах, да и в целом на планете, был куда более теплым. В летнюю пору воздух прогревался до 10-15 градусов, создавая благоприятные условия для роста целых экосистем из секвой, папоротников, мхов и хвощей. А там, где возникают подобные экосистемы, появляются и представители животного царства. Но несмотря на относительную мягкость мелового климата, зимы в Заполярье в те времена были все-таки холодными. Днем температура регулярно опускалась ниже нуля, а ночами могла доходить до минус 15 градусов. В довесок к этому на целых 120 дней северные земли погружались в непроглядный мрак полярной ночи. Реки замерзали, а вся растительность отмирала. В таких условиях выживание сложных биологических организмов, а тем более пресмыкающихся, кажется совершенно невероятным. Но динозавры и здесь могли отличиться. Когда ученые доказали, что динозавры не просто выживали, а процветали в арктических широтах, это стало возможным благодаря сочетанию научной любознательности и современных технологий. Python сыграл ключевую роль. С его помощью обрабатывали огромные массивы данных, моделировали древний климат и даже открыли новый вид полярного тиранозавра в 2022 году. Сегодня Python — это не просто язык программирования, а универсальный инструмент для решения сложных задач. В науке он помогает расшифровывать геномы и предсказывать климатические изменения. В бизнесе автоматизирует процессы, строит рекомендательные системы и анализирует данные. Именно поэтому Python-разработчики стали одними из самых востребованных специалистов на рынке. Их ценят и в стартапах, и в крупных компаниях, предлагая хорошие зарплаты, удаленку и другие бонусы уже на старте карьеры. Курс Python-разработчик от Skill Factory создан для тех, кто хочет не просто изучить язык, а освоить востребованную профессию с нуля. Здесь вы будете учиться на реальных задачах, от написания первых скриптов до создания сложных веб-сервисов. Практические задания от крупных компаний, хакатоны и ИИ-тренажер внутри платформы помогут наработать опыт, который ценится на рынке. К концу обучения у вас будет готовое портфолио и все необходимые навыки для старта в профессии. А если после обучения работу найти не получится, Skill Factory возвращает деньги. Это не просто обещание, а прописанное в договоре обязательство. Как динозавры когда-то адаптировались к суровым условиям Арктики, так и сегодня каждый может освоить новые навыки и найти свое место в цифровом мире. Оставляйте заявку по ссылке в описании. Вводите промокод DINOS, который даст скидку в 45% и небольшой подарок. И помните, что Python-разработчик – это профессия, которая открывает двери в будущее. А Skill Factory поможет вам сделать первый уверенный шаг. Первые находки ужасных ящеров, приспособившихся к заполярным морозам, были обнаружены в 1960 году на берегах западного Шпицбергена экспедиции норвежских палеонтологов во главе с Анатолием Хайнцем. Ими оказались трехпалые следы гадрозавров, отпечатанные в плитах песчаника. Позже на Аляске ученые нашли и кости огромных растительноядных динозавров из семейства гадрозаврид – эдмонтозавров. Это были гигантские животные длиной до 15 метров. Хотя северные разновидности несколько уступали в размерах своим южным собратьям. Эдмонтозавры вели стадный образ жизни и могли совершать миграции на огромные расстояния до 3000 километров. Изначально предполагалось, что эти гадрозавры перекочевывали в полярные области исключительно на летний период. В это время для них здесь произрастало немалое количество пищи. Целые леса из секвой, таксодиумов, гинка и саговников. А к концу мела на Аляске начали распускаться цветы и первые покрытосеменные растения. Но в 2012 году исследование микроструктуры костей эдмонтозавров из формации Принц Крик показало, что эти ящеры зимовали в полярных областях. Костная ткань животных из Аляски была словно бы полосатой, что указывает на неравномерный рост костей в условиях периодической нехватки пищи. В свою очередь, кости эдмонтозавров из умеренных широт имели более гладкую структуру, без выраженного разделения на отдельные слои.
Другой вид растительноядных ящеров, населяющих земли Аляски, двуногие аляскоцефал из семейства пахицефалозаврид, известных своими гипертрофированными лобными и теменными костями черепа, представляющих собой некое подобие костяного купола. Этот купол предположительно служил защитой от сотрясений во время брачных игр самцов, когда два ящера с разбегу сталкивались головами. Во время столкновения туловище аляскоцефала принимало горизонтальное положение, а в удар вкладывалась вся масса тела. Сила удара гасилась массивными костями шеи, плеч и спины. Как и многие другие виды северных динозавров, аляскоцефал значительно уступал размерами южным видам пахицефалозавров. Его вес не превышал 50 кг. Находками полярных динозавров может похвастаться не только Северная Америка, но и Россия. С 1988 года в позднемеловых отложениях Коконаут на полуострове Чукотка экспедиция Ботанического института РАН наткнулась на множество останков древних ящеров. Тогда же впервые за полярным кругом была обнаружена скорлупа яйца динозавров. Анализ этой скорлупы показал, динозавры не мигрировали в южные широты на зимний период, а переживали холода на месте. Одним из динозавров, чьи останки были обнаружены на берегу реки Коконаут, был анкилозавр. Анкилозавры – приземистые четвероногие растительноядные динозавры, внешним видом напоминающие небольшой танк. Их тело покрывал прочный панцирь из сросшихся костяных щитков и шипов, представляющих собой самые настоящие доспехи, надежно предохраняющие анкилозавров от нападений хищников. Для наглецов, не впечатленных тяжелым бронированием ящера, у многих видов анкилозавров был припасен особый подарок – костяная булава на конце хвоста весом в несколько десятков килограммов. Размашистый удар таким оружием мог запросто свалить с ног любого хищника. Отдельным бонусом прилагались проломленная грудная клетка и изувеченные конечности. Крупнейшие анкилозавры могли достигать 9 метров длины и 8 тонн веса. Основу их питания в северных регионах составляли саговники и папоротники, и вполне возможно различные беспозвоночные организмы. Анкилозавры отличались весьма умеренным аппетитом, взрослая особь потребляла менее 20 кг сухой растительной пищи в день, что в заполярных условиях сильно повышало их шанс на выживаемость. Вид, найденный на Чукотке, получил название «Анкилозавр индет» и по физиологическим особенностям напоминает другой вид, живший в северных широтах Аляски – Эдмонтонию. Каким же образом динозаврам удавалось выжить в таких, казалось бы, экстремальных для рептилий условий? Ведь, как известно, пресмыкающиеся являются эктотермными животными. То есть температура их тела напрямую зависит от температуры окружающей среды. В первый раз призадуматься, а были ли динозавры обычными рептилиями, ученых заставила находка на Шпицбергене. Выдвигалось множество гипотез о том, как первобытным ящерам удавалось переносить полярную ночь. Среди них были и теории о кочевом образе жизни и даже возможности зимней спячки. Последняя версия, впрочем, была вскоре отвергнута. Мысль о том, как целые стада взрослых эдмонтозавров каждый размером железнодорожный вагон роют себе берлоги в промерзшей почве, выглядела, мягко говоря, не совсем убедительной. Впоследствии многие палеонтологи пришли к выводу о том, что динозавры вряд ли были холоднокровными животными. Многие признаки указывают либо на полную эндотермию, либо как минимум на мезотермию. То есть температура их тела зависела от окружающей среды лишь частично. Такой промежуточный тип метаболизма включал бы для динозавров целый ряд преимуществ. Во-первых, мезотермия позволяла держать довольно низкий уровень энергозатрат в состоянии покоя, что обеспечивало бы большее количество питательных веществ для роста организма. А в скудных на пропитание северных широтах это немаловажно. Во-вторых, способность регулировать потери тепла путем расширения и сжатия кровеносных сосудов, как это делают современные ящерицы. В-третьих, высокий уровень обмена веществ при активности и вытекающая из него способность в значительной мере полагаться на аэробный тип метаболизма. Но, возможно, динозавры были полноценными эндотермами, то есть теплокровными существами. Некоторые признаки, такие как повышенная васкуляризация их костей и перьевой покров у отдельных видов, указывают на то, что физиологически динозавры являются чем-то средним между рептилиями и птицами. Хотя те же гадрозавры не имели оперения, при этом вполне себе неплохо умудрялись выживать на крайнем севере. Формации Корвин на Аляске, соответствующей палеошироте 75 градусов, найдены хорошо сохранившиеся отпечатки их чешуйчатой кожи. Также интересен тот факт, что в заполярных отложениях совершенно отсутствуют останки типичных холоднокровных животных – амфибий, крокодилов и черепах. А вот динозавры встречаются регулярно. Разумеется, помимо растительноядных видов динозавров, северные широты могли похвастаться и хищниками, притом весьма колоритными. Среди них – дромеозавры – грациозные оперенные тераподы, близкие родственники известного велоцираптора. Это небольшие хищные динозавры длиной до полутора метров и весом не более 15 кг.
Основной пищей для них являлись членистоногие и небольшие млекопитающие. А хоть и с группой стая дромеозавров вполне способна была расправиться и с динозавром небольших размеров. Если бы в меловую эпоху проводили состязания по прыжкам в длину, то дромеозавр несомненно занял бы призовое место. За один прыжок ящер был способен покрыть расстояние в 7 метров. Еще одна интересная особенность этого существа – огромные глаза с большим углом обзора и повышенной фоточувствительностью. Вполне вероятно, что такой совершенный зрительный аппарат – апгрейд стокового глазного оборудования, более приспособленного для охотничьих рейдов в сумраке полярных ночей. В северных регионах Аляски на 82 градусе северной широты обнаружены останки новорожденных дромеозавров, что в очередной раз указывает на то, что некоторые виды динозавров проживали за полярным кругом постоянно. А вот другой хищный динозавр выбивается из общего ряда северных динозавров и напрямую подтверждает правило Бергмана, гласящее, что среди сходных форм теплокровных животных наиболее крупными являются те, которые живут в более холодных климатических условиях. Речь идет о траодоне. Небольшом представителе теропод, покрытого перьями. Это стройный двуногий хищник, вероятно, охотившийся стаями на крупных растительноядных динозавров. Южные формы траодонов, как правило, не превышают 2,5 метра в длину и 50 кг веса. Однако найденные в Аляске экземпляры говорят о как минимум двукратном превосходстве северного подвида над южным. Траодон – один из динозавров, чья теплокровность полная или относительная не подвергается сомнению. Анализ изотопов кислорода в скорлупе яиц заполярных траодонов говорит о том, что этот ящер был способен поддерживать среднюю температуру тела в течение всего года на отметке 38 градусов. Но не только юрские рапторы представляли собой угрозу для мирных динозавров, заселивших северные земли. Были и другие, более могучие и опасные хищники. В 2006 году в карьере Тикак-Тигасиак на самом севере Аляски были найдены останки крупного доселе неизвестного ящера из семейства тираннозаврид. Длина черепа хищника составляла почти 70 сантиметров, общая длина тела доходила до 6 метров. Его прозвали нанукзавром. И хотя по своим габаритам он сильно проигрывает крупнейшим тераподам, этот крупный и сильный хищник вполне способен расправиться со взрослым анкилозавром. Уменьшение нанукзавра в размерах явилось особенностью адаптации к суровому заполярному климату. В условиях жестокого холода и ограниченности пищевых ресурсов прокормить 800-килограммовую рептилию куда проще, чем 10-тонного тираннозавра. Судя по сильно увеличенным отделам головного мозга, ответственным за обоняние, нанкузавр был активным хищником и не являлся падальщиком. Другой представитель хищных заполярных теропод – альбертозавр. И хотя он все еще не может потягаться размерами с тираннозавром, этот хищник уже по-настоящему впечатляет. Длина до 9 метров, а масса до 1,5 тонн. Альбертозавр населял всю западную часть Северной Америки, вплоть до самых северных уголков Аляски. Как показывают исследования, уже по достижении двухлетнего возраста молодые альбертозавры становились крупнейшими хищниками своего ареала, вследствие чего этому виду динозавров присущ низкий уровень смертности молодняка. Строение скелета позволяло предположить, что ящер, возможно, являлся одним из самых быстрых теропод мелового периода. Пропорции их ног сравнимы с пропорциями конечностей орнитомимид – самых быстрых из всех динозавров. По средним подсчетам, альбертозавр мог развивать скорость более 50 км в час. И учитывая его немалые размеры, представлял собой серьезную угрозу даже для бронированных анкилозавров и огромных гадрозавров. Таким образом, ареалы динозавров вовсе не были ограничены зонами тропического и умеренного климата. Даже на крайнем севере, где властвовали морозы и ветра, и где солнце на целых 4 месяца пропадало с небосвода, эти создания не просто выживали, они жили полноценной жизнью. Ряд физиологических новшеств позволял им существовать в таких условиях, где обычные рептилии не могли прожить и нескольких дней. Но даже несмотря на это, динозавры в конце концов исчезли с лица Земли, оставив после себя лишь диковинные кости и скелеты, один вид которых заставляет современного человека изумляться и писать восторженные комментарии под этим видео. И когда в следующий раз морозным январским днем ты будешь неровно переминаться с ноги на ногу в ожидании такси, вспомни, что всего каких-то 70 миллионов лет назад где-то за далеким полярным кругом маленькая теплолюбивая рептилия надломила яичную скорлупу и с молчаливым спокойствием встретила темную и холодную северную ночь.